Что-то останется в нас.
Обязательно.
ох, силы меня покидают. Не знаю, как я тебя уговорить пойти в школу, научить принцессу науки. Не волнуйся, милый король, мы поможем твоей дочери пойти в школу. Как? А давайте мы позовем на помощь волшебников. Я согласен, вызывайте волшебника. Мира, принцесса, будешь ты.
знать, писать, читать, круче всех на свете. Ой, читаю лет с пяти, нужен этот первый класс, и букварь я не хочу. Ухожу домой сейчас, попрошу купить компьютер, буду целый день играть, интернет и своды сзади. Подожди, не торопись, лучше к школе приглядись, а уйти всегда успеешь и включиться в интернет. Рамоту ты не вонишь, подключаться толку нет, рассмешишь ты целый цвет. Как же так, ведь я читаю и все буквы знаю. Это тоже? Ну а как же перед нами буква Р? Нет, не Р, нет, не Р, это буква Э. Да, читать это полдела. Потруднее написать, надо звуки различать. Ой, простите, я не знала, но я правильно читала. Как же стыдно, я, наверное, пойду, но вас с собой я захочу. До свидания, милая принцесса! Мне в другое королевство.
Спасибо.